Касаясь взаимоотношений Барака Обамы и Владимира Владимировича Путина, я считаю, что это совершенно временно. В наших отношениях всегда присутствовали различные всплески и, в общем-то, и какие-то ситуации с замораживанием отношений. Я думаю, временно это все пройдет, потому что сегодня в этом мире настолько все двигается вперед и быстро, что надо реагировать достаточно быстро. Это все будет меняться буквально в течение там, месяца-двух. Опять будут какие-то недопонимания, опять будут какие-то сближения, перезагрузки опять наступят, я в этом уверен, потому что мы без друг друга обойтись не можем. Не можем, как бы мы ни хотели, мы на Луну пока мы не сможем эмигрировать все. Так что надо с этим считаться и жить, научиться жить и терпеть друг друга. Это самое важное. Я в этом уверен, потому что я все-таки имею какое-то отношение к российско-американскому деловому совету. И взаимоотношения на бизнес-уровне, они не меняются. Люди друг друга уважают, надеются сотрудничать, надеются находить общий язык легко, без проблем. Дали бы нам, мы бы это сделали намного быстрее.